Девочки, всем привет! Я здесь на кухне прибираюсь. Смотрите, вот столько Володя вчера не докушал на ужин. Здесь было не очень много макарон. Теперь я не знаю, что с ними делать. Я сегодня их кушать не хочу. Он уехал с Эриком по делам. Я сегодня дома одна. Сабрина у Карины. И приедут они завтра все вместе. В общем, Карина, Сабрина и дети. И у меня будет весело. Девчонки, мы вчера так классно посидели у Кристинки. Это был за последнее время, наверное, самый мой лучший день. Вот честно. Без всякой... Ой, я свет забыла включить. Можно... Думаю, что, наверное, тут будет не сильно темно. Потому что на улице у нас сейчас какая-то такая погода. Ну, пасмурная. Ну, кто живет в Германии, тот знает, какая погода сейчас у нас стоит в Германии. Некоторых заливают дождями. У нас вторую неделю обещают дождь, но дождя так и нету. Девочки, ну что, я выбрасываю эти макароны. Что я буду с этими тремя макарончиками делать? Вот знаете, вот у Володи есть такая привычка. Вот ему специально оставляешь на ужин. У меня же дома вчера просто не было. Он один ужинал. Ему оставляют что-то на ужин. Ну, ты же должен это все докушать. Ну, больше же некому кушать. Нет, он возьмет вот хоть три волосинки, но оставит. В общем, короче, как-то так. Девочки, мне еще Кристинка. А я сказала, вечер был вот такой вот шикарный. Кристина, привет. Так классно мы вчера у тебя посидели. Там еще был у меня такой сюрприз. Я не думала, что там будет еще кто-то. А еще была ее сестренка. Я ее тоже смотрю, ее влоги, у нее такие прикольные влоги, мне нравятся. А вживую мы с ней не были знакомы, только так вот, знаете, через интернет. А вчера мы встретились, как будто друг друга уже 100 лет знаем. Вот даже, вот мы реально ни разу даже друг друга в глаза не видели в реальной жизни. А говорю, а встретились вчера, как будто я правда говорю, как будто мы уже, блин, вместе росли когда-то в детстве. В общем, не, она намного младше меня. Она чуть старше моей Карины. Ну, вот такая вот компанейская. И мы сидели, ну, по крайней мере, для меня было очень хорошо. Я не знаю, как кому, но я думаю, там вчера у Кристинки, я думаю, всем понравилось. Я много не снимала, потому что это у нас было... Были у нас такие приватные разговоры, мы не разговаривали на такие... общие темы, которые можно было бы вынести в интернет. Мы разговаривали, ну, короче говоря, о себе, о приватных вещах каких-то, о своих родственниках. Яне было интересно посмотреть на моих детей. Она говорит, покажи хоть фотографии детей. Я же, говорит, их даже, кроме, говорит, Сабрины, говорит, никого не видела. Я, говорит, на твоем канале совсем недавно. А ты же никого не показываешь, ни Карину, ни Эрика. Она даже недавно у меня под каким-то роликом спрашивает, а кто такая Карина? Вот когда я к Карине ездила, она говорит, а кто такая Карина? Я говорю, Карина, это моя старшая дочка. Она, а вчера она говорит, слушай, хоть фотографии покажи, хоть посмотреть на твоих детей. То есть даже, говорит, их не видела. Ладно, девочки, я это помою попозже, чтобы, ну, не шуметь сначала. Я здесь еще поливаю орхидеи свои. Поэтому... Видите, они у меня тут по новой зацвели, и я их полила сегодня с утра. Но я поливаю, я уже показывала много раз, да, я вот так вот в горшок наливаю воды. Они у меня здесь стоят вот так вот в воде, погруженные в воде. Это у меня с кухни минут 20, пока вот весь грунт для орхидеи, у них же такие кора. Кора, щепочки, хотел сказать, кора. Пока они не впитают воду. В общем, это у меня с кухни орхидейка. А вот эта орхидея у меня с гостевого туалета. Видите, тоже как расцвела красиво. Красивый цвет, да? И прям такая, ну, хорошая веточка. Все. Ну, они у меня уже тут впитались, напитались, напились, скажем так. Я эту воду выливаю, все. И сейчас разнесу все по местам. Девчонки, сейчас вам покажу, что мне Кристина вчера дала. Она говорит, хочешь? Я говорю, хочу. Она
говорит, бери. Она дала мне, сейчас я вам, девчонки, покажу. И поэтому я сегодня буду делать еще заморозку на зиму. И я буду это все сейчас перерабатывать. Сейчас я вам покажу. Ну вот, девочки, смотрите, сколько кабачков мне дала Кристина. Классно, да? Ну, я не знаю, может, для кого-то не классно, а для меня классно. Я сейчас один какой-нибудь кабачок пожарю себе на обед, потому что, ну, не хочу ничего другое кушать, хочется мне кабачка. Я просто пожарю себе кабачок на обед, а все остальные, ну, я посмотрю, если здесь вот эта вот кожура сильно толстая, я ее обрежу и порежу кубиками и заморожу, сделаю заморозку на зиму, чтобы они у меня не пропали. Потому что, знаете, девочки, какие классные манты с кабачков. Ну, не просто кабачок и тесто. У меня мама всегда делала, ну, с фаршем фарш добавляла кабачок. И это были очень вкусные манты. Они были такие сочные-сочные. Даже если добавляете мороженое, потому что раньше я всегда из Калининграда, у меня же родители жили в Калининграде, и раньше я всегда из Калининграда, у мамы тоже такие огромные-огромные кабачки росли. И мы когда ездили всегда в отпуск, когда в Баварии всегда же в августе каникулы, и мы всегда как раз в августе ездили, как раз пора кабачков. И я всегда тоже оттуда привозила, ну там, я не знаю, штук несколько кабачков. И тоже всегда делала себе заморозку, ложила в морозильную камеру, и потом зимой, когда мы хотели манты, вот именно с кабачком, я добавляла, во-первых, они тогда не очень жирные, получаются эти манты, и очень-очень сочные. В общем, сейчас будем делать с вами заморозку, но я вам много сильно показывать не буду, потому что я с ними провожусь, наверное. Но потом покажу вам, сколько у меня получилось. Но у меня же вот это вот есть такая терка, ну как, я не знаю, как ее терка назвать, вот которая выдавливает вот этими кубиками. Но я вам немножечко покажу процесс. И ну, оно быстро. Самое главное, сейчас я их помою, почищу. У меня уже с утра мой робот-пылесос прошел по всему первому этажу. Навел мне здесь порядочек. Хорошо, девочки. Это у меня в зале теперь так стоит прикольно, да? Ну, я свои заказы сделала, которые все никак не могу отправить. Но завтра это я уже точно отправлю. И займусь своей, ну, короче говоря, потом же мне дети приедут. Не знаю, когда я займусь теперь своей этой куколкой. Вон она у меня стоит, тут она на камине. Я ее специально сюда убрала, ну, чтобы она мне не мешалась на столе. Потому что я же ее делала на кухне, на столе, и она мне теперь, ну, там она мне мешает. Я сюда поставила, думаю, просто прошивать я ее буду в зале, волосы делать. Почему? Потому что я здесь буду включать какое-нибудь кино. И буду смотреть кино и прошивать, потому что это такой долгий-долгий процесс. Я же тогда еще купила такую кофточку для этой куколки. Думаю, буду, ну, одевать ее буду. Ну, ее же нужно во что-то будет одеть. А теперь думаю, не знаю, может быть, я ей сошью. У меня есть такая, ну, идея. Я хочу такое что-нибудь красивое с кружевами сделать. Ну, не знаю, короче говоря, загадывать не буду. Как у меня получится по времени. В общем так, сначала нужно ее доделать, а потом уже думать о нарядах. Видите, я там поставила лампу, дополнительный свет, потому что, ну, сейчас оттуда ушла. Орхидеи мои еще стоят, сейчас тоже разнесу по местам. Сделаю, наверное, себе сначала что-нибудь на обед и потом займусь кабачками. Или наоборот, сейчас сделаю кофе себе и займусь кабачками. Знаете, что еще забыла сказать? Я же приготовила здесь еще банку, вот такую вот. И если у меня сейчас, я пойду посмотрю свои огурцы, сколько там насобираю, если у меня хватит на вот такую баночку, чтобы их закрыть, то я еще закрою немножко огурцов. Ну вот баночку, вот если на вот эту банку мне хватит огурцов, то я ее закрою. Не знаю, видела рецепт, никогда не закрывала огурцы, девочки, вообще никогда. Не, ну когда-то давным-давно в Казахстане закрывали огурцы, помидоры, баклажаны, делали очень много всего. В Германии я, если честно говоря, кроме варенья и заморозки, ну, на зиму больше ничего такого не делаю. Ну вот иногда бывает, ну что, вот сказала же, кабачки когда-то я замораживала давным-давно. Вот. У меня есть листья смородины, у меня есть чеснок тоже есть. Что там еще ложат? Хрена у меня нет. Ну, черный перец. Ну, укропчик. Ну, в общем, короче говоря, из чего что есть, то и положу.
Слушайте, сейчас посмотрю свой огород, что у меня тут. А? У меня тут, смотрите, о, у меня тоже, смотрите, какой круглый кабачок растет. Главное, тот первый, который я сорвала, он был у меня совсем не круглый. А это, сейчас я тут листок оторву. А это, смотрите, какой круглый. И тут еще один растет. Так, мне нужно посмотреть огурчики. Что у нас-то? Так, вот есть огурчик. Ну, я так смотрю, вроде бы немножечко... Немножко что-то есть. Сейчас я тут пособираю, но уже без камеры пособираю. И если что, наберу. Мне кажется, я не наберу. У меня тут, кажется, не очень много. Посмотрите, какая у меня клубничка здесь красивая. На улице ветерок. Но я специально не обрываю эти ягодки. Завтра же дети приедут. Они их и оборвут. И здесь такая висит. Классно. Мне нравится. Девочки, еще мне Кристина подарила две вот такие вот съедобные галогеновые масочки. Их можно наносить на лицо. Ну, как в смысле съедобные? Ну, в прямом смысле, что они съедобные. Их можно кушать. Она вчера предлагала открыть и попробовать, но что-то никто не открыл, не попробовал, потому что своей сестренке она тоже... Ой, блин, я не могу ее открыть. Боже мой, какая она... Как она крепко закрыта. Ой, открыла. Это просто... Это просто ужас, как она тяжело открывается. Попробую. Она просто сказала, после того, как откроете, нужно держать в холодильнике. Ну, в общем, я сейчас попробуем. Ой, что-то я много. Что-то я много для первого раза. Ну, что такое? Как гель. Такой со вкусом. Что тут у нас со вкусом? Блин, девочки, без очков. Не вижу ничего. Посмотрела, камеру включила или не включила. Ну, здесь, короче, апельсин нарисован. Я не знаю. А, здесь все по-английски написано, походу. Ну, короче, как по-английски. Здесь нарисован апельсинчик, манго и маракуйя, наверное. Ну, в общем, что-то такое. Ну, и вкусно маракуйя похоже. В общем, ладно. Можно, она сказала, можно добавлять в йогурт и утром... Просто скушать йогурт с таким галогеном. Ну, короче говоря, попробуем. Завтра девчонки еще приедут. Карина, Сабрина, может быть, масочки сделаем? Так, короче, я их обе уберу в холодильник. Пока займусь своими кабачками. Я их уже, девочки, помыла. Ну, они, в принципе, не сильно толстые, ну, кожура, я имею в виду, не сильно толстая. И я их сейчас вот на такой терке быстро проштампую вот так вот. Ладно, я тут заниматься, не буду вам так это все показывать. Потом покажу, сколько у меня получилось вот этого вот. Вот такой вот заморозочки. Порезала, короче, вот такими вот кругляшками. Кругляшки у меня получились очень большие. Ну, такие где-то сантиметр. Мне нужно будет их даже делить немножко. Ну и вот так вот. Те, которые большие, не помещаются все. Сейчас я быстренько вам покажу немножечко. Девчонки, кстати, вчера кто-то в комментариях написал, что Сабрина что-то прикалывается. И Татьяна это видно понимает. Я просто не поняла. Ну, Сабрина очень много прикалывается. Она такая. Особенно, когда я ей вчера говорю, Сабрина, когда я ее вам не знаю, Сабрина пока покалывает. Я же ей говорю, Сабрина, что ты постоянно как... Мне же пишут девчонки. Сабрина как царевна Несмеяна. Я ей говорю, Сабрина, ты как царевна Несмеяна, ты можешь поулыбаться? Она... Я же ей говорю вчера. Сабрина, пока! Она типа улыбнулась, Настя, вам, пожалуйста, я улыбнулась. Девочки, вот такие вот шикарные кубики получаются, где-то, наверное, сантиметр на сантиметр. И они выглядят очень-очень эстетично. Ну и вы как посмотрели, что это очень быстренько идет, так что я сейчас за полчаса их, наверное, все уработаю.
и потом буду замораживать. Ну, по пакетикам расположу. Вот эти вот пакетики возьму для завтрака, которые... Ну, завтрак, куда заворачиваю. Ну, мы не заворачиваем, конечно, завтрак по пакетикам, но все равно. Видите, вот так вот очень быстренько. И очень быстренько почти. Ладно, девочки, я не буду вас так сильно задерживать. Я сейчас быстренько туда перефугую все. И потом мы с вами еще встретимся. Так что напишите мне в комментариях, кто там где заметил, что Сабрина где-то что-то прикалывается. Я просто не поняла, где, в каком месте она прикалывается. То, что она рассказала, что как ЛКВ ездит, ну, эти грузовики. Ой, это да. Особенно у нее на этой ее маленькой машинке. Да при чем тут даже маленькая машинка или не маленькая, я сама так сколько раз ездила, ЛКВ, они поворот не включают и начинают сразу поворачивать. А ты как раз находишься в этой зоне, где тебя плохо видно. Я сама сколько раз сигналила. А она еще видно это. Она сразу хочет на вот эту сторону уйти, на сторону вот этого ускорения. Я говорю, Сабрина, она, когда в Дармштадт мы ехали, она очень быстро ждает. Я говорю, Сабрина, только в зеркало посмотрела. Потому что это было прям моментально. Я это только поворотик включила, она уже раз, уже там. Я вот в зеркало посмотрела, я говорю, там же тоже машины могут идти, и по той стороне они идут, по той полосе, они идут намного быстрее, чем ты едешь. Она, я посмотрела, там никого не было, я теперь боюсь. Просто я знаю, не то что знаю, я видела, как ЛКВ водители, ну, водители грузовиков сами едут по работе в течение дня и ведут стримы. Типа мы едем в объездную через, ну, по объездной Берлина там или Хамбурга или еще кого-то. И получается, что он едет, он еще читает эти комментарии, что ему пишут, и отвечает. Ну, конечно, это вообще-то, ну, ненормально, скажем так. Потом везде и случаются аварии вот из-за таких вот невнимательных. Ладно, девчонки, я буду, короче, это все перерабатывать. Девочки, посмотрите, сколько у меня получилось кабачков. Я сейчас их разложу по пакетикам и уберу в морозильную камеру. Благо, что у меня морозильная камера очень большая. Я такой прям мечтала. У меня еще осталось два таких кабачка, но которые не такие сильно толстые. Я их сейчас сделаю себе немножечко салат из кабачка на обед и пожарю себе рыбку. Я здесь уже приготовила, пожарю вот такую вот рыбку от Бофрост. Ну, не знаю, наверное, вот такие два кусочка, два таких вот треугольничка себе пожарю на обед и салат из кабачков сделаю. Сейчас сделаю себе вот такой спагетти из кабачков. Мне как-то писали в комментариях, что если его вот такой вот кабачок положить туда вот эту вот присыпочку, которую мы в салатике ложим, то будет очень вкусно. Ну, в общем, я вот сейчас такой немножко масло оливковое. Кстати, я ответила там в комментариях, да, где я заказываю оливковое масло. Кто меня, девочка, в прошлый раз спрашивала. Так, что помыли немножко. Девчонки, знаете что? Такая, ой, такая просьба, что если вы что-то спрашиваете, когда я вам ответила, поставьте хоть, не знаю, там цветочек или там лепесточек какой-нибудь пришлите, я тогда хоть буду видеть, что вы получили мой ответ. А то я так не знаю, дошел он до вас, не дошел. Потому что комментарии имеют такое свойство куда-то испаряться. Кстати, я совсем недавно распробовала овощи, что они... Сырые, очень вкусные. Рыбка моя жарится. Я еще порезала себе сюда одну помидорку. Насыпала вот этот вот... вот такую вот приправку для салата. И немножко, наверное, полью маги золотца вот этим вот. Мне нравится вот этот вот... Ну, соус вот маги. И вот это вот оливковое масло. Немножечко. А, кстати, девочки,
кто мне прислал рекламку, что мое кофе, кстати, кто не знает, девочки, наша кофе на этой неделе, в общем, с понедельника, я не знаю, правда, понедельник, с понедельника или с четверга, но на этой неделе в Алди, да, правильно, в Алди, наша кофе в Ангибуте. Кстати, девчонки, слышали, что кофе подорожает, потому что в Бразилии выпал снег, и там сейчас минус 13 градусов, и все кофейные плантации погибли. Девчонки, покупайте кофе, кофе будет дорого. Я завтра поеду себе, посмотрю, когда, сейчас посмотрю еще в интернете, когда с понедельника или с четверга обычно эти ангиботы у нас идут, когда будет это кофе, и куплю себе, наверное, пачки 4-5 про запас. Потому что, ну, правда, дорого, пусть сильно дорого подорожает. Но сказали, что кофе подорожает, потому что очень много, короче, погибли плантации с кофе в Бразилии. Так что, девочки, берите на вооружение. Из понедельника все за кофе. Не, ему надо немножечко еще постоять, но я все равно пробую. Очень вкусно. Так, рыбка моя тоже, наверное, готова. Пальчики оближешь. Сюда, кстати, очень подойдет ту заправку, которую я в прошлый раз делала. А, ну я тоже делала же салат с кабачком, где был мед, лимонный сок. Что там еще было? Мед, лимонный сок и оливковое масло. Во. Это моя заправочка. Еще можно немножко горчицы положить. Очень вкусно. Так, девчонки, я накладываю себя. Девочки, у меня вот такой сегодня обед. Меня сегодня все бросили. Я в гордом одиночестве. И я сделала себе свой любимый коктейльчик с замороженными ягодами. У меня малина, лиле и, ну, розовый лимонад. Сейчас вам покажу, какой. И вот такой вот лимонад. Просто лиле я уже вылила последнее. Больше нет. Поэтому, кто где увидит ангибот на лиле, тоже мне пишите. Я себе куплю бутылочку. Девочки, смотрите, сколько у меня получилось кабачка для заморозки. Сейчас я это все положу в свою морозильную камеру. Я вам по-быстренькому, пока морозильная камера у меня не запищала. Смотрите, здесь у меня сколько кабачка получилось. Это у меня замороженная смородина лежит. Здесь у меня замороженный крыжовник. Так, у меня где-то. Смотрите, здесь у меня замороженная белая и розовая смородина. В общем, у меня есть запасы. Девочки, вот здесь у меня контейнер с замороженной малиной. В общем, у меня. Короче, к зиме готово. Закрываю все. Все, девчонки, на сегодня я буду заканчивать. Я пошла в гордом одиночестве пить свой коктейльчик, который приготовила. Я себе его уже поставила в зале. Сейчас включу... А, нет, я сначала смонтирую это видео, а потом включу какое-нибудь кино. Кстати, девочки, хорошее кино советую. «Хозяйка горы». Кто еще не смотрел, посмотрите. Отличный фильм. Не помню, сколько серий, по-моему, 16. Ну, большой сериал такой, но очень-очень интересно. Кстати, девочки, советуйте мне тоже какие-нибудь сериальчики посмотреть. Я люблю, ну, вы знаете, короче говоря, что я люблю. Что мы любим, девочки, вы знаете, что было такое. Любовь, страдания. Нет, детективы я тоже люблю. Мелодрамы и детективы. Все, девчонки, на этом заканчиваю. И всем пока-пока!